трубы какие-то канализационные, что ли, я не знаю, опять там мостики эти. Нехорошие мостики, нелюбимые мною мостики! Ай! Да, ребятки, ну что ж, да что такое-то, нет, погодь. Вот сейчас вот, давай. Есть! Нет! Не есть. 42 уровень, ребят, скоро, наверное, будет босс на 45-м, скорее всего, у нас 15. Опять прессы, да что ж такое-то? Давай, шарик, давай, шарик, давай, шарик, давай, давай, давай. Да я верю в тебя, пока ты не расплющился. Прикатился. Давай, глазик-то желтый свой делай. Ох, ты вон этих своих вызвал. Взрывунов. Каких-то, я не знаю, камикадзе. Давай ты глазенки свои желтые делай. Чё ты творишь-то? Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем вместе с нашим красным шариком катиться и наказывать черных злобных квадратов. И в этот раз мы отправимся на мрачную фабрику. Итак, ребятки, вот эта мрачная фабрика, кругом какой-то металлолом валяется, цепи какие-то висят непонятные. Так, ладно, вот первый квадратик злобный, интересно, здесь будут какие-нибудь, ай, необычные квадраты. Так, типа ниндзя в этом, в лесу нашем. Или какие они там? Ох ты! Это что такое? Какая-то штука! Непонятная, какая-то плазма, я не знаю. Какая-то плазменная пушка, что ли? Давайте быстрее прокатаемся, пока она там где-то. Пока она там где-то непонятно. Так, вот этой звездочки мы дотянемся. Да что такое-то? Вроде не так высоко. Да, ребятки, и покатились дальше. Ну что ж, 32 уровень. А что такое желтое на потолке? Ох ты, ох ты! Мостики не люблю такие! Это, наверное, лампочки у нас. Лампочки на потолке. На заводе, на фабрике. Так, на тебе, квадрат. И еще один. Давай, давай, подходи, подходи. Под раздачу. Есть. И поскакали дальше. Очередной чекпоинт у нас. Какая-то пропасть там такая здоровенная. Йо-хо! Эх, мы звездочку. Звездочку же мы не собрали. Ух ты, она до сюда не доходит. Ну ладно, поскакали назад. Да, звездочку собрали. И теперь вперед. Так, а как нам это пройти? Он, наверное, с обратной стороны тогда далеко уходит. Да, ребята, смотрите, луч этот ушел куда-то. Далеко. Так, нам теперь надо звездочку вот эту собрать. А потом катиться дальше. Есть! И мы прошли очередной уровень. Это у нас 32 уровень был. Так, 33 уровень. Трубы какие-то канализационные, что ли, я не знаю. Опять там мостики эти. Нехорошие мостики. Нелюбимые мною мостики! И наш шарик упал опять в пропасть. Ладно. Давай, 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 давай. Шарик. Шарик! На тебе, квадратчи! Так, мы звездочку же собрали вроде. Так, 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 есть! Еще один готов. И поскакали дальше. Ох ты, здесь у нас какой-то конвейер, ребята. Против шерсти, мы против движения этого конвейера. Сейчас звездочку чуть не забыли. Так, ладненько. Чекпоинт, ура! Ага, сейчас вот эта штуковина подойдет вперед, и мы поскакали! Давай, шарик! Порезала, покромсала лазером нашего шарика. Давай, 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 давай. Ну что такое-то? А как здесь проходить, я не понимаю. Ладно, наверное, надо заранее просто. Ну я ж звездочку хочу взять. Давай, шарик. Давай, 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 давай. Давай. Ух ты, она как высоко-то, а? Стреляет. Ладно, давай, давай. Шарик, 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 шарик. Да что такое-то? Какое-то достижение, ребята, мы заработали на фейлах. Ух ты. Фу. Ладно, давай теперь спустимся. Теперь поднимемся, давай! Есть! Собрали все звездочки и покатились дальше! 3-4! Ай-я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 й! Чё-то я какой-то разгон набрал. Ну, в принципе, разгон-то нам нужен, но надо понять сначала, что нас ждет. Ох ты! Мы одну звездочку так и не собрали! Вот, смотри, какой-то квадрат, я не знаю! Ай! Он взорвался, какой-то... Я не знаю, самоубивец. Непонятный этот... Как его обозвать-то? Как они называются, ребята? Терминатор, терминатор, квадрат какой-то. Попрыгали, поскакали, опять звездочку не взяли. Ух ты, от них, видимо, ребята, не знаю, по ним прыгать можно, нет? Я не знаю. Или они просто взрываются. Так, ну ладненько, мы одну звездочку все-таки профукали. Ух ты ж, какая штуковина у нас тут. Ё-моё! Неожиданно, неожиданно, ребятки. Так, надо, наверное, пониже, чтобы она опустилась. Так. Давай теперь вот сюда! Есть, есть, есть! Эх, да! Все-таки замочили мы этого квадратчика злобного. Но много звезд мы все-таки не собрали, не дособрали. Так, опять против движения тут квадратики у нас. Ух ты, мы на месте катимся, ребята. Какая-то беговая дорожка у нас. Но красный шарик у нас не такой уж и толстый, чтобы ему худеть.
Так, где тут что-то еще квадратик один? Еще один квадратик. Да куда ты покатился-то? Стоять! Ну-ка, иди ко мне! Есть! И погнали, погнали! Опять вот эта штуковина, вот я не люблю их, а? Интересно, до меня достанет, нет, до сюда? Нет, достает, ребятки. Поэтому надо... Эх, нет, нет, успею, не успею! Мне кажется, не успею, ребята! Не-не-не-не, назад! Там их еще несколько же, ё-моё! Ладно, 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 давай, покатились, покатились! А-а-а! Да, надо между ними как-то вклиниться просто. Так, один квадратик есть. Второй, давай, давай ко мне! Ух ты, нет, что-то он не хочет. Не хочет ко мне. Ай, а сейчас вот хочет, да что такое? Иди сюда, говорю! Квадратик, ты что такой вредный? Получи! Так, ладненько, 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 ладненько. Между ними... Фабричные какие-то злобные квадраты черные. Интересно, они на этой фабрике производят этих наших шариков квадратят? А? Как вначале было... А, в заставке! Так, да что такое-то? Квадратик, на! Вот эта штуковина какая-то очень сложная. Да что такое-то? Задел немножко. Так, ладно. Какая попытка, ребята, без понятия. Я уже сбился со счету. Штуковины вот эти вот. Синие лазеры какие-то. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Ух ты, все, покатились быстрее. Фиг с ней со звездочкой. Главное, чекпоинт. Ой, ай-ай. Да, ребята, все-таки мы, наверное, этого квадрата можем запрыгнуть. Смотри, какой терминатор. Прям какой-то глаз у него один красненький. Так. Лови! Лови! А как я должен был? Я, видимо, на него должен запрыгнуть и перепрыгнуть дальше. Пока он не сработал. Его размочить, видимо, нельзя. Железный весь. Железный, опасный, давай, да. Крутяк, получилось у нас. Поехали дальше, одну звездочку мы все-таки не собрали где-то. Где-то мы ее там забыли, протеряли. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Давай-давай-давай, разгончик. Эх, да что такое-то, опять я звездочку не собрал. Ну против движения, я, наверное, мне кажется. Ой. Ай-яй, да, наш шарик упал, да что такое, прям не, что-то я не докатился. Так, йо-хоу! Йо-йо-йо-йо-хоу! Ай-яй! Шарик, чё творишь-то ты? Давай, погнали! Ещё погнали! Есть! Перепрыгнули мы все эти ловушки. Фу, с этими конвейерами в разные стороны, которые у нас двигаются. Так, это сейчас взорвётся. Ха-ха, так тебе и надо. Так, здесь у нас какая-то кнопочка, может это батут у нас какой-нибудь, или я не знаю. Блин, она опускает, ребята. Ладно, встаем, стоять. Йо-хоу, да. Главное сейчас звездочку собрать вот эту. И покатились дальше. Какой это у нас уровень уже, я не знаю. 37-й. Ой, что это за звуки. Ладно. Это у нас пресс. Да, такой сложный как бы конструкции пресс. Давай, 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 шарик. Катим, ай-яй-яй, последний меня догнал все-таки. Как мне? Давай же, ну уже! Ай! Сложно, ребята, сложно! Ух ты! Если мы на квадрата на этого напрыгнем, он будет стоять на месте. Вот что я выяснил, ребятки. Так, ну ладно, сейчас давай пресс. Давай пресс, давай, 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 катимся, 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 есть! Он меня не видит, что ли? Или чё? Ух ты! Надо, видимо, на уровень глаз его подпрыгнуть, он тогда сюда покатится. Эй, я... Да как же так-то? Я здесь, квадратик! Ты чё, замер там? Иди сюда! Ох ты! Да что такое-то? У него какой-то радиус поражения очень такой прям серьезный. Как мне его пройти, ребят? Я что-то не понимаю. Да что такое-то? Квадратик, выходи! Выходи же, ну! Как мне пройти этот уровень, ребята? Я чё-то прям... Я прям не знаю даже. Ох ты!
Вот, ребят, я его выманил, он бы туда покатился в одну сторону, и все. Так-так-так, нет! Ну-ка, давай! Ох ты, вот, ребятки, обманул я этого квадрата. А что у нас эта кнопка делает? Она в обратную сторону запускает конвейер! Давай, есть! Мы прошли очередной уровень. Так, ну что ж, куда катимся, непонятно. Ух ты, здесь у нас, смотрите, в обратную сторону. Я не успею же! Я же совсем не успею. Давай назад, кто ты? Паром. Буду звать тебя Паромом, потому что ты катаешься туды-сюды. Туды-сюды, ладно. Давай, ну почему я ж... Пока он еще до конца не доехал, нужно нам отсюда ускакивать. Давай, давай, шарик, быстрее. Быстрее же! Давай назад! Назад! Ух, ребятки, ну что ж, давай, катись, мостик. У нас уже какая попытка по счету, я не помню. Ну давай, все, поехали назад. Назад, назад, он пока по инерции тут шевелится. Да! Да, я на нее запрыгнул, крутяк. Ладно. И квадратик тут у нас скачет. Скачет, крутится, вертится. Получи, желтоглазенький. Так. Что у нас дальше? Дальше у нас какой-то обрыв и пресс! Ах ты, он и кверху, оказывается, прессует-то. Понятненько. Ну ладно. Так, где-то вот в этот момент надо прыгать. Давай, шарик, давай. Йоху, вот это нас поджарило. Не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой. Да, ребятки, ну что ж. Да что такое-то? Нет, погодь. Вот сейчас вот. Давай. Есть. Нет. Не есть. Так, ладно. Шарик. Прыгаем, скачем. Стоять. Ух. Не-не-не-не-не. Где-то вот здесь, ребята. Нам нужно сейчас стоять на одном месте. Так, ладно, поехали, наверное, мы. Звездочку пропустили, да и фиг с ней нам бы. И поторопился. Давай, шарик. Попрыгали по новой. Не-не-не-не-не. Зажарила нас, опять покромсала лазером этим голубым каким-то. Но, мне кажется, это не лазер, ребята, совсем. Совсем не лазер. Так, ладно. Покатили звездочку, пропустили. Нам бы пройти это все место, надоело мне. Да, наконец-то, 39 уровень. Погнали быстрее! Ух ты ж. Звездочки, а как я должен? Я, видимо, с пресса должен на звездочку прыгнуть. Так. Иди сюда ко мне! И где-то у нас еще одна звездочка там. Так, вот она. Звездочка есть. Так. Маневрируем, ребятки. Маневрируем шариком. Давай. Йо-хоу! Да. Чекпоинт. Мне бы до тебя добраться. Через квадрата. Да, все, замочили мы квадратик этого. Так, здесь у нас опять этот паром. На цепях. Не падаем только. Ты не падаем. Так, ой! Ну, ладно. Не-не-не, стоим, держимся, стоим. Давай, поехали, паромчик, качелька, или кто ты? Ну-ка, шарик, ух ты, вот оно, как мы его сделали. Да, где у нас там босс-то, на каком уровне, я не знаю. 40-й! Что у нас делать, в обратную сторону, может, эта кнопка запускает его? А? Или что? Что-то замедляет. Да, ребятки, в обратную сторону. Это крутилка-вертелка с лазерами. Так, ладно, сейчас этот... Поскакали! Эх, нет, слишком рано. Надо, наверное, когда он в середину уже пройдет. Где-то вот так вот! Да! На тебе, получи. Квадратище злобный. Так, вот это что возьмем? Зря, ребята. Надо было его сразу брать. Ну, давай! В обратную сторону. Крутись, вертись, карусель! Йоху! Да! На тебе! Так, все, не достает до нас эта штуковина? Нет. Фу, чекпоинт очередной, ребятки. Так, у нас здесь, смотрите, кнопка и пресс. Видимо, эта кнопка, она... Она запускает пресс, как мне кажется. Сейчас-то он, смотрите, неподвижный. Ну ладно, давайте посмотрим. Ой, не посмотрим. Ай-яй! Шарик наш улетел в никуда. Ё-моё! Да, пресс запускает, значит, кнопочка. Надо точно попасть. Ай-яй!
Да что такое-то? Да ну как я должен это все пройти, я не понимаю пока что. Ладно. Звездочку взяли! Поскакали дальше! Ай-яй! Давай, шарик, давай, 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 на втором прессе! Пайпались опять, словились. Давай, шарик, давай, шарик! Так, вот этот. Терминатор. Дай, живи пока. Так, здесь у нас опять это крутилка-вертелка, лазерная! Не-не-не-не, застряли! Зацепились за угол верхний. Так, давай, давай, звездочки уже, уже звездочки, я не особо-то и стремлюсь собирать, да что такое-то? Так, давай, 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 шарик, давай, 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 катимся! Фу, успели. Успели, успели, сюда она не залетает лучи. Ладно, где-то там еще один квадрат. Ух ты ж, промазывал я. Иди сюда! Иди сюда, черный! Иди сюда, на! Point. Ух ты, вот этой штуки у нас еще пока что не было. Я не знаю, что такое, какой-то тоже шар. С какой-то красной лампочкой. Не знаю. Кнопочкой. Кнопочкой, лампочкой. А, мы, наверное, можем его катить. Да, давай, катись вон туда. Ух ты, активировали. Активировали мы этого квадрата, ладно. Нам нужно вот сюда. Так. Йоху! Ах ты ж! А! А, ай-яй-ой-ой, стоять. Мы сейчас, наверное, вот эту штуковину сюда поставим. Быстрее, 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 шарик, шарик, быстрее, быстрее, быстрее. Есть, успели, успели, да, и мы прошли очередной уровень. 42-й, стоять. 42-й уровень, ребят, скоро, наверное, будет босс на 45-м, скорее всего, у нас. 15-й. Неожиданно, неожиданно это было. Так, ладно. Такой подставы я не ожидал. Так. Так, поехали! Да, очередной чекпоинт, ребятки. Новое достижение у меня. Ладно, погнали через прессы. Эх, 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 нет. Так, давай. Давай, давай, давай. Да что такое-то? Как я здесь должен это проходить? Ладно, давай, давай. Да, ну, предпоследний. Так, сюда, сюда, сюда. Не-не-не, да что такое-то? Ну, почему здесь так сложно? Для нашего шарика. Ай-яй. Ой-ой, да. Вот ведь фабрика злобных квадратов. Да, все, получилось. Так, этой штукой мы, наверное, загородим этот лазер, что ли, или что? А-а-а, все, ребятки, я все профукал. Надо было это сделать раньше. То есть надо было этот шарик катнуть и вперед него катиться. Ну-ка, может, сможем перепрыгнуть. Да, конечно, ага. Опять прессы, да что ж такое-то? Давай, шарик, давай, шарик, давай, шарик, давай, давай, давай. Да я верил в тебя, пока ты не расплющился. Так, ладно, давай, 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 давай. Фу, ну ладно, катим эту штуковину и вперед нее. Давай, шарик, есть, мы одну звездочку, правда, не собрали. 43-й уровень. Так, опять у нас тут терминатор. Ну, черт. То есть, когда мы на него запрыгиваем, он останавливается и срабатывает таймер. Да? Да что такое-то? А так невозможно через него перепрыгнуть. Надо, в общем, на него запрыгнуть. Ох ты, как я сделал, а? Непонятно это мне было прям совсем. Так. Чего? А зачем нам вот эта штука здесь нужна? Я пока не понимаю. А, видимо, чтобы ее на кнопку поставить. Окей, 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 окей. Так, ладно. Будем сейчас ее катить в горку. Давай, давай, штуковина, ты как, я не знаю, как тебя даже обозвать. Бревнышко, ты не бревнышко. Вряд ли это, конечно, бревнышко. Давай вон туда, прыгай, эх, нет. Надо сильнее разогнать и в обратную сторону его катить тоже помогать. Главное, чтобы оно сейчас с этой штуки не слетело. А может мы прямо оттуда сможем его разогнать, а? Не знаю, ладно. Давай, катись! Есть, 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 есть. Че, кнопочка? Да, выключает лазер, и мы проходим спокойненько. Тут у нас опять качельки, качельки! Ай-яй, ой-ой! Ух ты, как оно у нас все получилось, неожиданно. Да, ну че, где там босс-то уже? 44-й уровень, ребята. После этого уровня стопудово у нас будет босс. Ай, он работает по таймеру какому-то, что ли. Так, давай, переставай. Ах ты ж!
Есть! Фу. Так, где там квадратик? Ага, теперь вот этот шарик нам нужно в обратную сторону прикатить. Потому что сюда его куда, в пропасть только что ли кидать? Не, непорядок, надо его в ту сторону. Давай, шарик, катим! Катим, 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 на тебе, квадратчи! Так, и на кнопочку. Кнопочка у нас что-то запускает. Не укатывайся только! Стой на месте! Стой, стой на месте! Да что такое? Ты какой-то колобок тоже, такой же размера, как я. Но ты какой-то непослушный. Все, не катись дальше! Да что такое-то? Как мне тебя поставить на место? Ну все, хорош. Ты можешь не катиться, блин, чуть я не попал под этот лазер. Ты стой, стой, чувачок. Ты ж такой же шарик, ты должен понимать же. Видимо, ребята, нам нужно этот шарик просто катнуть туда, и пусть он катится, а мы сейчас посмотрим, что он сделает. Что он сделает? Что-то он ничего не сделал, по-моему. Да как я его должен поставить? Он не останавливается. Стоять, говорю! О! Нет, чуть-чуть бы мне его толкнуть просто. Так, давай на кнопочку жмякай. Прям совсем чуть-чуть. Давай. Да что ты, камень какой-то непослушный. Да вставай на кнопку, говорю! Все, вроде стоит. Стоит. Погоди, не укатывайся, пожалуйста. Да что такое-то, я не знаю, зачем нужна. Она нам, оказывается, вообще не нужна была. Видимо, или чё? Ай-яй-яй. Да. А может её нам надо на обратную сторону катнуть, да? На ту кнопочку поставить? Ох ты ж. Ну не знаю, давай катись! Катись! Да, ребятки! Ах ты ж, вот оказывается в чем дело. Я его в обратную сторону качу, думаю, на кнопку поставить его надо. Ага, это какая-то подстава была непонятная. Ладно, давай, шарик. Йоу, да, все. Сейчас всем хана придет. Ты ж не взорвешь эту нашу кругленькую штуковину. Так, давай. Есть. Вот зачем, оказывается, он нужен был. Босс, ребятки, вот мы и дошли до босса. Смотри, какой злобный тоже, желтоглазый. Ах ты ж, прессы. Вот он, желтенький, на тебя, получи. Да, ай, почему все так? Да, ребятки, что-то опять какой-то беспредел с управлением. Ха-ха-ха, смеется и укатывается. Так, ладно, на тебе. Не-не-не-не-не, что за дела-то? Ребят, с управлением какая-то засада. Прям засада. Но тебе. Так, опять вот в сторону. Но мне кажется, это будет легко. В принципе, это не так сложно. Ну ты босс, ты какой-то легкий босс, я не знаю. Так, а вот сейчас что будет, я не представляю даже. Ага, не по очереди, видимо, будет как-то. Да? Да, ребят, смотрите. Ты куда пропал-то, босс? Вернись! Только что пресс сработал, значит он не будет уже работать, мне кажется. Будем сейчас вот между ними так маневрировать. Так. Прикатился. Давай, глазик-то желтый свой делай. Ох, ты он этих своих вызвал. Взрывунов. Каких-то, я не знаю, камикадзе. Давай ты глазенки свои желтые делай. Чё ты творишь-то? Ладно. Смотрите, ребятки, я пока ни одного сердечка не потерял. Ну что, сейчас должен быть третий этот взрывун, и все, мне кажется. Йо-хоу, ну это легко, ребят, какой-то легкий босс. Ай, глаза у него желтые были, но что-то как-то я это... профукал момент. Так, что сейчас у нас будет? Опять взрывуны! Хорош ты! Где желтые глаза делай, чувачок? Сколько можно своих взрывунов-то тут побеждать уже? Ой, укатился. Вернись, тоже какой-то терминатор непонятный. Так, ладно. Йо-хоу! Ай! Оказывается, он взрывунами побеждается, смотрите. Взрывун в него врезался, и он это, сердечко потерял. Так, ладно. А, то есть, ребята, видимо, надо это, прям... чтобы взрывун в него врезался. Окей.
Да! Чё, всё что ли? Смотрите, он зубы какие-то у него, не знаю, поломанные. Да, мы победили очередного босса. Крутяк! Всё так было легко и просто. Видимо, на этой фабрике наших шариков, ребята, красненьких, делали квадратными. И мы уничтожили эту фабрику, фабричного этого босса. Все, наши друзья радостно скачут на лужайке вместе с нами. Правда, кто из них я пока не знаю. Все, планы по заквадрачиванию земли мы поломали злобным квадратом. И, ребятки, следующий уровень у нас будет битва за Луну. Отправимся на Луну. Землю мы спасли. И теперь будем спасать Луну, ребят. Ладненько, вот такой вот видосик у нас получился. Если вам понравился, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.